Здравствуйте, наши дорогие гости, друзья, меня зовут Дмитрий, вы на канале Boston Technic. И сегодня вашему вниманию хочу представить наше новое пополнение МТЗ-82.1. Давайте рассмотрим данный трактор поближе. Ну вот, ребят, вот он наш красавец, МТЗ-82 2019 года выпуска. Трактор доведен до идеального состояния. Обратите внимание, состояние резины. Передняя ось в идеальном состоянии. Состояние подкапотного пространства, все сухо, все идеально. Данный трактор прошел техническое обслуживание. Промежуток также сухой. Передний мост подключается без проблем. Все работает исправно. Задняя ось у трактора соответствует передней. Все в идеале. Состояние протектора. Резина на 99% приближена к новой. По задней части все свое оборудование установлено согласно заводу. Также стоят заводские отражатели. Навесное оборудование полностью обслужено. Поперечина, серьга. Гидроцилиндр рабочий, сухой. Все контуры на месте. Левый борт трактора. ТНВД полностью обслужен, также полностью сухой. Компрессор также в рабочем состоянии, установлен новый стартер. Состояние промежутка. Все, что необходимо было поменять в этом тракторе, все поменено. Давайте с вами пройдем в салон данного трактора. Посмотрим состояние салона, как данный трактор сохранился. На входе мы уже видим, что должное внимание было и к салону. Все перетянуто, все в очень хорошем состоянии. Педальный узел, рычаги управления. Все в очень хорошем состоянии, ничего не порвано, не пошоркано, не прокурено, не прожжено. Все, что нужно было сделать, все сделано для вас. Напомню еще раз, мы находимся по адресу город Волгоград, улица Историческая, 183. Приезжайте, проведем тест-драйв, подберем вам трактор, поможем приобрести. Любую технику можно приобрести как за наличный расчет, так за безналичный расчет, лизинг и кредит. Ждем вас